Итак, знакомьтесь с соперниками. В красном углу ринга 22-летний боец ростом 178 сантиметров, весом 77,4 килограмма. Его профессиональный рекорд 5 боев, 4 победы и только одно поражение. Чемпион Украины по боевому самбо. Призер командного кубка Европы по боевому самбо. Мастер спорта по боевому самбо из Днепропетровска. Украина, Владимир Николаев. А вот его соперник в синем углу ринга. Ему 24 года, рост 184 сантиметра, вес 77,1 килограмма. Его профессиональный рекорд – 1 бой, 1 победа. Чемпион Ставропольского края по рукопашному бою. Чемпион Юга России по рукопашному бою и ММА 2012 из Пятигорска. Россия, приветствуйте, Георгий Кичигин! И Александр Мельниченко, рефери боя, дает инструктаж. Внимательно слушайте команды. Хорошего боя. Удачи. Пожали руки. Первый раунд. Молодец.
Итак, дамы и господа, ваш победитель пришел к вам через 2 минуты 55 секунд первого раунда. Под моим приемом на руку Павел Ершан Владимир Дикофагер! Днепропетровск, Украина! И аплодисменты бойцу из Пятигорска Георгию Кищигину! Зорниц, грозы седлают коней.